Вот такой вот крест будем делать на купол храма. Строится у нас новый храм. И вот на купол будет вот такой крест. Сейчас я его размечу. Вот здесь на листе. На листе все в этого выложу и сварю. Ну, так вот напилил, выложил его сейчас в плоскости. Здесь при изготовлении креста самое основное — это вот это расстояние должно быть равно вот этому расстоянию и вот этому расстоянию. Вот этот вот должен быть одинаково. Если вот здесь у меня, допустим, 10 сантиметров, 10 здесь, 10 здесь, 10 здесь. И потом вот эта параллель, вот эта параллель должна выходить вот так вот. Вот здесь должно быть тоже вот так же. Тогда это будет вот правильный крест. Вот делается вот именно вот так. Ну все. Здесь будет круг такой, шар. И все это будет обделываться потом сусальным золотом. И на купол храма. Ну все. Пока все. Дальше, когда сделаю шар, все сниму. Вот, доделал крест, покрыл его, покрасил. Он еще будет покрываться золотом. Жесть, золотая. Этот крест покрасил цертой. Здесь все тоже заварил, чтобы нигде не попадала вода. Вот здесь будет обтягиваться этот шар, будет обтягиваться золотой жестью золота и ставится на купол храма. Все-таки нравится мне красить цертой. Милое дело. Тут покрасил калитку. Ну, это, как говорится, к делу сюда не относится, но так вот. Оно будет. Ну, на этом все. Покрою золотом. Это сниму, как получилось. А там потом уже, когда установим на храм, сниму. Вот такой храм. И вот он, крест на этом храме. Вот второй будет. Вон купол еще стоит. Вон он. Второй крест ставит вот сюда также купол. И будет. Все. А тебе всем спасибо за просмотр. До свидания.